На востоке Казахстана выясняют причину массового отравления школьников. Напомню, сразу 82 школьника обратились к врачам с жалобами на повышенную температуру, рвоту и диарею. 36 из них госпитализированы. Все они учащиеся средней школы села Бозанбай Уланского района. По предварительной версии, отравились дети в школьной столовой, поэтому именно ее работу проверяют сейчас санэпидемиологи. Начато расследование. На месте работает межведомственная комиссия, в состав которой вошли врачи, представители СЭС и Управление образования области. Саму школу уже закрыли на карантин, учащихся перевели на дистанционку. Отмечу, пострадавшие дети находятся в центре матери и ребенка в Усть-Каменогорске. В больнице им придется провести примерно 2 недели. Состояние всех детей стабильное. Состояние всех детей оценивается как от легкой до средней степени тяжести. На сегодняшний день идет обследование детей. Мы должны выяснить, это или острая кишечная инфекция, или энтеровирусная инфекция детей. Поэтому на сегодняшний день все анализы взяты. Самое главное, дети лечение получают.